Ильменском и Старорусском районах. Берег озера Ильмень крут и обрывист. Здесь выступают наружу отложения палеозойской эры, и место это – уникальный геологический музей под открытым небом. Ильменский гринд является самым протяженным обнажением морского девона на русской равнине. Высота обрыва в некоторых местах достигает 15 метров, а тянется Ильменский гринд на 8 километров. Сотни миллионов лет назад тут было морское дно, а теперь исследователи находят здесь кости древнейших рыб и раковины древних моллюсков.